живу, я у дедушки живу, папа с мамой ходит в гости к нам. Стало модно одного малыша иметь всего, и того подкинут старикам. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Шоколада полный дом, мармелада полный дом, класть игрушки некуда давно. Чтобы я счастливый рос, настоящий куплен пес, он, конечно, очень славный, но у меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если муна на детей совсем пройдет? Хочет бабушка вязать, хочет дедушка поспать, я один слоняюсь по двору. Жалко, что без папы, мам, человек не может сам брата завести или сестру. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если муна на детей совсем пройдет? У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если муна на детей совсем пройдет?